Спецслужбы России готовятся к физическому устранению нескольких крымских приспешников оккупационной власти. Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров заявляет, ему стала известна информация из Крыма об этом. И в числе намеченных жертв указаны Ремзи Ильясов и Михаил Шеремет. По информации Чубарова, в случае с Ремзи Ильясовым в качестве причины указывается необходимость открыть дорогу более ретивому и более циничному молодому коллаборанту из числа крымских татар. В случае же с Михаилом Шереметом, пишет Чубаров в сети Facebook, решаются две задачи. Цитирую. «Ликвидируется ключевой участник, соисполнитель и очевидец всех преступлений, совершенных спецподразделениями РФ во взаимодействии с крымской самообороной в первой неделе оккупации России и Крыма. Здесь и убийство Ришата Аметова. Убирается один из наиболее осведомленных и преданных Аксенову подельников. Подготовка и реализация указанных планов, как утверждается в поступившей к нам информации, будет обставлена в лучших традициях КГБ ФСБ, когда все следы спецоперации должны привести к совершенно непричастным людям, но известным своим неприятием оккупации Крыма. Бонусом спецоперации явится вплетение в оккупационную мифологию двух жертвенных имен – крымского татарина и русского, якобы павших от рук наймитов хунты». Конец цитаты. Чубаров счел необходимым придать эту информацию гласности. Он заявляет, что понимает, эта публикация вызовет противоречивые оценки. Но указанные лица предпримут меры личной безопасности и, соответственно, будет сорван план по осуществлению масштабной провокации в Крыму, в которую могут быть брошены десятки ни в чем не причастных людей.